Сироп. Да. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас будем отмечать с вами специальные... День рождения? Да, ну или день рождения. Специальные зоны, в которых должны находиться команды. И представители чтобы... команды. И представители команды, чтобы у нас не получалась вот эта вот каша, когда игрок здесь бежит, например, я. А здесь стоят игроки команды или представители, приветствуют Ярослав, и они мешают нам играть. То есть мы можем с ними столкнуться, нанести и себе травму, и причинить какой-то вред им. Поэтому мы берем наш скотч, вот так вот его отклеиваем, неудачно. Отлично. Но первый блин всегда ком у нас. Поэтому, я думаю, столько ширины нам хватит, Степан? Да можно уже. Можно даже туда. Вот по этой линии. Вот так вот мы приклеиваем. Это техническая зона, Гагик. Вы все верно говорите. У него, ну, видимо, когда у него бицы поем. Давайте его с самого начала покажем. Давайте вот это хватит. В самом концовке матча вот это нервы друг другу делать, вот это доставать эти матчи. Давайте с самого начала выйдем, докажем и уйдем в поле. С хорошим настроением, согласны? Да. Давай. Туполевар, вперед! Армо! Все, Армо, Джан, главное, хватит, брат. Это снимают нас или что, я не понял? Да, это Степа. Снимают, да? Что, для того, чтобы эффекта больше было, надо было на вечер грустно. Тут бы столько людей было. Решали технические проблемы, у Винатораса был опасный момент. Но вратарь Туполева спас у нас Панченко Георгия. Несмотря на то, что мяч был. Почему счет по нулям, как думаешь? Потому что игра двух равных команд. Здесь договор. Нам просто нужно забить, бля. Бейте больше, бейте почаще. Я бить не умею просто, я не бью. По центру в***ю, не вратарь. Зато умею. Нет, а ты потому что вышел Киря? Он должен Артем, минута! Ты не мог раньше сказать это, я думал, он меня меняет. Стой, кто не меняет? Ты меняешь. Отлично. Нет, мужчина! Нет, я ж должен так был в итоге играть. Кто кого меняет? Я ж должен был. А игра ставит! Я ж должен был первые 15 минут играть. Да. А кто меня должен был последний? Христик. А потом Христик слева в защите будет играть. А Киря с полу. Не, Боина, Зарян! Это гол! Гоша на месте! Конечно! Замену, замену. Сироп, да. А ты что думаешь, почему 0-0 до сих пор? Потому что Винатерс так решает свои моменты, как будто они забили 5, и они играют то на замахах, то еще на каких-то пафосных движениях. Надо сначала сделать свое дело, а потом уже играться. А поэтому... что делать, если это... если божья коровка залетела в спину? Сказать это мне, я помогу тебе ее убрать. Да. Там вроде тебя нет, ничего себе. Ну что делать? Впереди дорога сломана, но пульс есть, если хочешь потрогать. Ну! Пачкай, пацаны, я взрываю за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас ставил. Я взрываю за всех тех, кто на спальном. С добрым сердцем и на скале. Я с вами, факел в небо за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас ставил. Я взрываю за всех тех, кто на спальном. С добрым сердцем и на скале. Я с вами. Кама! Слушай, я там замчал это, пытал, хотел у него спросить про вас, чтобы он что-нибудь такое острое сказал. Но он говорит, типа, я состою в беседе Анжи, поэтому ничего не буду говорить. Давай, может, ты скажешь ему про него? Да, я скажу, он яма, бля, самая настоящая. Я в шоке. Блин. Именно против нас пришел, гад. Он смотрит. Вот он улыбается. Козел. Кама, очки нужны нам, да? Что за очки? От солнцезащитные? Да. Я тебе подставлю сюда очки. Ну что, будем стараться сегодня. Самое нас... главное, чтобы влог вышел, да? Да. Состав у нас не очень оптимальный. 9 человек. Что, будем играть, я не знаю. Знаешь что, подхожу к нему, в общем. Вот по парень, который по правую руку от тебя. Да. Хотел спросить провокационные вопросы про команду бывшую. Ага. А он ничего не хочет говорить. Да, он такой чуть боится нас. Но он говорит, я в чате Анжи состою. Знаешь, кого боится? А. Морту.
Человек, иди сюда, на камеру работает. Как он? Меня воспитал. Подожди, да. Знаешь, за 3 месяца сколько скинул? 18. 18 килограмм. Пожалуйста. Сегодня в форме. Бутсы красивые. Форс РНД. Мурат, а ты что скажешь, против вас будет играть ваш игрок, по сути? Бывший одногруппник. Бывший одногруппник? Люди вывел, кто? Как игрока узнали его в команде «Вэйв-экспресс»? Да. Еще одна поправочка. Сколько чемпионов России воспитал? Раз, два. Крамарев, Матвеев. Двое. Двое, пожалуйста. И Мигунов, трое. Еще сейчас в декабре турнир будет. А? Еще пару чемпионов намечается. Был? Ближе. Спокойно, спокойно. Салам алейкум. Спасибо за фотки. Думаешь, это фотки? Это видео было. Серьезно? Да. Салам алейкум. Фотки были вот у Эрика. Ва алейкум ассалам. Хорош. Хорош, Паша. Уже играйте. Спасибо тебе. Повнимательнее, пожалуйста. Извиняйся. Иди в него, Кама, не бегай, не бегай! Вова! Номер раз! Джалил, брат, скажи, да, что такая скудная замейка сегодня? Ну так получилось. Что сказать? Не портанулось? Бьемся тем, кем можем. Андрюха, у тебя есть что сказать по этому поводу? Так право было, брат. Так, у кого еще можешь спросить? Может, что-то шутка? Это такая затейка была, да, на самом деле. Ты не можешь спросить, ты можешь потом поинтересоваться. В конце потом снимешь меня и табло. Дай да комментарий по-братски, что случилось? Слов нет. Ты посмотри, он показал он тебе? Да, он нуль играл. Я если бы он не уходил бы от команды. Гарян Юрьевич. Ну если бы он не уходил от команды. А как ему дать за уход? Прикинь, давать просто за... Вот, допустим, за опасную игру желтую карту. А знаешь почему? А если бы я пошел, он мне посыграл бы. В смысле, за судью, не судью говорить? Не, просто он ушел. Карен обычно... Юрьевич, можно, пожалуйста, аналитическое шоу прямо сейчас на минуту по матчу Туполева Винатрис? Просто покажи Мигеру лицо, и так все будет понятно. Все надо. В мимике можно понять, как сыграть. Да, борьбу все проиграли. Второй тайм проиграли всю борьбу. Вот здесь они включились, а вы выключились. Вы играли не в твой футбол. Столба, это не про Винатрис. Тём, что не так? Тебя не было, да? Всё не так. А если серьезно? Не знаю, усталость какая-то. Не хватает, видишь. Нет. Ни скамейки, ни сил. Много игр за 2 дня. Поэтому... Слушай, а у тебя нет ощущения, как будто вот вы все на кубке Ростовской области оставили? У меня есть ощущение, что мы наелись футболом уже за этот год. Поэтому я надеюсь, что мы последний турнир в этом году, чемпионат России, проведем успешно. И можно будет заканчивать закончим год. Это 2023 да, на хорошей ноте. Как тебе? Вот не забиваем, видишь, опять. Как тебе, Анжи? Молодцы. Что говорил? С таким составом, я тебе сказал, потом снимешь в конце табло. А? Не забывай. Видишь? Что там? Вот оно. Подписывайтесь на Анжи. Без замен. Здорово. На Анжи 2. Хочу передать привет своей маме, своему папе, своему родному хутору Потапенко. Всем привет. А ты кому хочешь передать привет? Маме, папе, всем родным, близким. Спонсорам. Кому? Спонсорам. Версус. Спонсором. Ну так вот, да. Слушай, РЖД больница. Это очень сильный спонсор был бы. Я говорю, в прошлый раз приехал, выиграли. Да. Потом поражение, 2 ничьи, по-моему. И вот опять победа. Все верно, брат, можете почаще. Это о чем говорит? Почаще нужно, брат, приезжать. Вамос! Пойдем поздравим команду! Паша, скажи да чему-нибудь, брат. Очень тяжело было. Хороший соперник.
сильно. Как сделать так, чтобы все судьи были идеальные? Истребить их, ёбаный. Закрыть футбол. Их выгнать всех. Всего. Это будет идеальный будет. Ой. Не снимал, да? Привет, я Дима. Я Дима. Погонял. Погонял. Норик хорошо прячется за спинами игроков. А потом в нужный момент... У него сегодня важный матч против Таджикона. Ой-ой-ой, он не будет играть. Что получается? Да, хороший пока результат третий. По игре, я думаю, выиграем. Ну, только если нужно 25 минут отыграть, да? Да. Ребята опытные, опасные. Мастера своего дела. Ну, физически посильнее. Отлично. Эрик в середине, Сироп получается слева, и Армен перед ней, пацаны, они просели. Я думал, они просели во втором тайме, но они просели в конце первого. Еще чуть-чуть добавки, и все, эту команду уничтожили. Еще чуть-чуть именно движение, больше ничего. В принципе, старайтесь делать то, что я говорю, нормально, свой мяч держим, все отлично. Но этот, чуть-чуть движение добавьте, и все, мы эту команду переиграем. Он там будет стоять, если 2-1, то да. Саш. Ну, слушай, скажи, пожалуйста, чего не хватает? Вроде как смотрю, со стороны смотрю, честно сказать, неплохо смотритесь, учитывая, что у них, блин, молодняк, бегущие. Ну, вы тоже не старые. Да, ну, не хватает желания, вот и все. Остальное все есть у нас. Потому у нас что... У нас есть классная форма, охеренные ребята. Да, и команда хорошая. Два ящика пива в багажнике, не хватает желания. Сейчас во втором выйдем с желанием. Сань! Видишь, как белая линия? Можно, да, вот так? Не, ну это уровень, я считаю. Да это не уровень, просто перед игрой подошел. Парень говорит, я Карен Манасов, я сегодня, говорит, буду с тобой играть, настраивайся. Я решил даже не бегать, просто постоять. В итоге 4. Зато будет что ему теперь сказать. Ну, когда увидишь, скажешь. Я так его не увидел. Я ему на сам поле. Могу сказать, да. Видишь, я его на поле не увидел. Его сегодня было не видно. Готовы? Вратаря нету, вратаря нету. Как нету? Стой, ждем, без вратаря не начнем. Хорош. Хорош. Ладно, пойдем. Давайте сюда поаплодируем. Вы в гостях, поехали. Удачи. 6, 7, 8. Давай. Не, спокойно. Вы столкнулись головами. Он тебя не бил вообще. И не хотел. И ты не хотел. Можно мяч, пожалуйста? Хорошо. Хорошо. Наконец-то мы с тобой нашли общий язык. Почувствовал? Парни, спасибо. Хорошее судейство. Спасибо. Точнее, так правильно. Хорошая работа. Да, спасибо. Молодцы. Всем спасибо, пацаны, на туре самоотдача. Заставили нас поднервничать, но мы сделали свое дело, пацаны. Три очка плюс, идем дальше. Все молодцы, пацаны. Ждали хватки, хищные съели. Нахуй, давай, красавцы. 4:20, уголь. 4:20. Уголь!